Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой нехороший танк, слушай. На, получи. Сейчас еще, подожди, сейчас еще получишь. Все, уничтожили монетки. Получили. Кто это такой? Кнут. Это босс, ребята. Босс, большой-большой босс на таком черном, страшном танке. Смотрите, у него гранаты огромные. Ох, нифига. Да-дуда-дуда-дуда-дуда-плей. Дуда-плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру про танки. И я хотел бы зайти сейчас в классическое менюшку и поиграем в Зимней войне, где нам будет много давать монеток. Ой, не то не нажал я. Ладно, сейчас летом тогда поиграем. А хотя, в принципе, подожди. А нет, все нормально, я выбрал правильно. Не, вот Зимняя война. А нам нужен классический, вот Зимняя война, хорошо. Выбираем большой танк и отправляемся в путь. Вот на таком огромном танке мы будем сейчас уничтожать злодеев. Злодеев каких-то там. Вот он, едет один злодей. Так, а ну-ка, на, получай. Есть, уничтожили. И там еще два, а, два, смотри. Злодеи, ну они, не знаю, будут стоять, наверное, там надо будет к ним подъехать. Есть! Один готов. И второго сейчас. Так, ё-моё. Попасть не могу. Он тут так встал прям хорошо и сам стреляет меня. Так, о, этот стреляет, смотрю, вот этими вонючими ракетками. Вот я не люблю вот эти вот... Как он называется? Гранатки. Гранатками стреляет, вот я не люблю. Лимонками. Они мне не нравятся такие. Вот эти вот более-менее, они легкие. С одного выстрела, видишь. Вот. О, кто-то перевернулся. На, привет, получай. Ох, нифига, как он... Быстро. Так, ну этого сейчас... О, мимо. Мимо, ребята. Надо немножко сюда отъехать. И стрелять в него. Сейчас еще один удар, и все. Молодец. Три монетки я назад заработал. О, нет. Это тот самый вонючий. Самый нехороший танк. Сейчас будем ждать, пока он поднимется к нам. О, поднимается потихонечку. Сейчас мы его отсюда будем стрелять. На! Есть, получил, нет... Что-то слишком далеко отъехал. Сейчас подъедем немножечко. Опа, все, уничтожили мы танк. И второй еще, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой нехороший танк, слушай. На, получи. Сейчас еще, подожди, сейчас еще получишь. Все, уничтожили монетки. Получили. Кто это такой? Кнут. Это босс, ребята. Босс, большой-большой босс на таком черном, страшном... Танки. Смотрите, у него гранаты огромные. Ох, нифига. Так, с двух выстрелов мы его уничтожили. Берем ремкомплект. О, подлечились немножечко и едем дальше. Кто у нас здесь будет? А, смотри, тоже вот этот быстрый гад. Тихо. На, получи. Есть. Удар. Так, ага. Тут, смотри, много их. Так, ты меня не стреляет, эта вонючка. Мне не нравишься ты. Вот этого главное уничтожить. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть-чуть-чуть не перевернулся я. Вот, с одного удара он. Так, еще едет второй. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай отъедем назад, наверное. Сейчас этот подъедет там поближе, наверное. И прям смотри, мы в него сейчас. Опа! Есть, готов. Хорошо. Две монетки. Мы заработали. Чем больше монет, тем лучше. У нас еще столько много нужно заработать монет, чтобы открыть карту новую. Есть. Ну, я думаю, мы справимся. Потому что у нас было 80 монет. Стало уже больше 200. На, получай вот этого сейчас. Тух ты, с первого выстрела. Так, там есть кто-нибудь? Нет, еще нет никого. Хорошо. Поднимаемся дальше. Сейчас тут еще кто-то будет. О, точно, я сказал. Это стреляет вот этими плохими гранатками. Они мне не нравятся. Так, а кому же понравятся эти гранатки? Которые все летят и норовят на тебя... тебя подзорвать. Есть. Сейчас вот этого сейчас еще взорвем. На, получай. А интересно, со своих они взрываются, нет? Да, смотри. Взорвался просто. На. Давай. Вот, подбился. Так, этот... Ой, этот вообще не люблю вот этого. О, этот перевернулся, вообще хорошо. Так, куда же ты назад переворачиваешься? Нет. Так, а ну-ка.
Ой, сколько здесь вас много. Главное, чтобы у меня хватило на вас всех боеприпасов. Так, а ну-ка. Все, сейчас меня подобьют, ребята. Подбили. Да, алмазов у меня, к сожалению, нет, поэтому купить я их не могу. Уходим отсюда. Сколько мы уничтожили танков? 33 танка, да? Нифига. Что-то я не верится мне, что я 33 танка подбил сегодня. Давайте, значит, возьмем зимнюю войну. Да. Я получу звездочку. Так, а здесь, смотри, предлагает нам поднять уровень танка. Давайте повысим. Вот, у нас увеличилась броня, двигатель увеличился. Это очень даже и неплохо. Так, этот у нас танк пока ничего не представляет собой интереса. Ага. А можно его еще покрасить, сделать черным. Ой, красивый такой. Ну, 2000 стоит. У меня столько денег нет. И попробуем потом открыть. Я вот этого хочу. 180 стоит. Кристаллов. Ладно, будем копить кристаллы. Тут, если каждый день заходишь в игру, тебе дают кристаллы. Мне сегодня, я сегодня зашел в игру, да? Мне дали кристалл. Ух ты, подожди, у него какие-то новые, что ли, эти самые, подожди. Мне кажется... Ага. Мне показалось, у него какая-то другая... Другие пули. Или те же. Мне показалось, что он такой какой-то золотая пуля была. Снаряд вот такой. Хотя, по идее, у меня улучшена броня и, может быть, даже улучшена... тут эти вот патроны. Я так думаю. Ну, нет, пока с одного удара я их не могу выносить. Сейчас вот этого попробую. Раз, бошку. И еще один удар, и все. Уничтожили. Так, а это, смотри, лег и стреляет в себя же. Ё-моё. О, с одного выстрела, нормально. А на улице зима идет, смотри, интересно. Не, смотри, да, у меня уже танк такой нормальный. В принципе, у меня он удар держит. Смотри, хорошо как. Да, удары держит. Едет обоз. Угу. На большом черном таком танке. Сейчас мы его будем мочить. Хватит, интересно, двух выстрелов в упор. Да. Два выстрела, и мы его уничтожили. Так, 14 монет нам дали. Хорошо, спасибо. И мы зарабатываем звездочку. То, что мы уничтожили там. Босса. Давайте еще раз. Еще раз босса уничтожим. Да, я хочу с таким танком большим. Еще раз босса уничтожаем и получаем еще одну звезду. Да, вон видишь, сверху получается нарисована шкала. И там получается звезда. Вот нам нужно эту звезду заполучить. Все. Откроем сундучок. И, возможно, в сундучке будет лежать новый танк. Да-да-да-да-да-да-да. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тихо-тихо-тихо. Взорвись. Все, уничтожили. Едем дальше. Ух ты, вертолетчик, гад, а, смотри. Ё-моё. Это, походу, серия с вертолетами. Есть. С одного удара. Так, этот, смотри, едет. Раз. Два. Малыша вот этого. Так, малыш перевернулся. И мы сейчас поедем, его добьем. Есть, с одного выстрела. О, вот вертолетчик, надо это, ехать вперед. И сейчас он будет назад сдавать. А, нет, да-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 да, давай. Не знаю, попали мы или нет в него. Так, о! Вот он, смотри, стреляет в нас. Видишь? Нет, мы в него не попали. Давай назад отъезжай. Ах, промахнулся. Так, вот этого надо сейчас убить. Так, мимо. Еще один удар. Есть, готово. И вот... Ох ты, ё-моё. Смотри, какой вертолетчик-то противный, а. На, получи. Налетался. Отдыхай теперь. Так, этого... Ну, этих малышей, в принципе. Недолго мы их... Тихо. Ты куда? Смотри, как уворачивается, а. От моих выстрелов. Получи. Есть, готов. Так, вертолетчик мне этот достал уже. Сейчас мы его подобьем. К сожалению, подбить я его сейчас не могу. Мне нужно какой-то выступ. Вот типа вот этого.
Так, есть, уничтожили. Так, и у нас летит вот, вот этот видно, гонец ада, нифига себе. Офигеть, на, получай. Ё-моё. Сейчас он подлетит сюда. Мы его отсюда стрельнем. Раз, еще один выстрел, ребята, и мы его уничтожим. Давай, 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 давай. Подлетай уже поближе. Все, босс повержен, ребята. Заработали мы монетки. Заработали мы. Скоро мы получим майора. Так, слушай, капитан, потом майор идет, правильно? Но за майора-то мне должны дать какой-нибудь новый танк. Вот, смотри, мы сейчас открываем с вами сундучок и посмотрим, что там. Так, ребята, ставьте лайки, чтобы открылся какой-то танк офигенный. Обязательно ставьте лайки. Чтобы мне открылся новый танк. А ну-ка посмотрим. Ох, нифига, куча монет, медали, 56 монет. Потом кобра, ремонтный комплект, 13 штук, нифига себе. Потом кобра напалм тоже 12 штучек дали. И уровень, повысили кобры и уровень титана. Совсем чуть-чуть, и у нас будет уже он вообще нормальный. Так, ну что мы смотрим, что мы видим тогда, ребята? Вот у нас такой вот прокачанный танк. Потом такой вот небольшой, мы его тоже скоро прокачаем, вот дойдет уровень. Ну, а на сим будем заканчивать серию, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я передам привет, пишите привет. Всем пока-пока, до новых встреч!